Здорово. Чувак, комаров кормить будет? Люга! Куда на комариве? Шли! Куда? Куда ты? Ну, штрам погоди! Куда мы шли? Шли, пошли! Твою мать! Ну-ка, бля! Все! Все, водопой нашла! Так, подожди. Может, что я что-то немножко перепутал. Так, как тебя зовут? Я? Алексей, да? Тевоска мой. Вот это вот тот. Ну-ка, вот это какой. Ну-ка, Леха, держи-ка. Три человека так. Растягивай ее. И к стенке. Ну-ка, во. Вот сзади. Выколачивай. Приходит гурбон. Все, и сим уходишь, да, ну, сам уголок. Да Леха, Леха, ты сам уголок. Да, сам уголок, да, Леха, да, вот. Ну нет, вот туда. Ровненько, ровненько, вот так вот. Во, нормально. Он и этот на шлицах, и там на... Вот какой-то там... Сейчас, у тебя паспорт нет у него, да? Вот сюда, на шлице берешь, вот. А где это со стороны, если наступил как-то? Ты у меня будешь первый клиент, коль ты мне помог. Слушай. Леха, ну ты же не можешь так фотографировать. Тебе нужен пиджачок один, да? Подожди, у меня пиджак с собой есть, подожди. Сейчас, секундочку, подожди. Грузим, все уходит, в общем, до ноября месяца. На выпаса все уходят. И жерди, это деньки городить, и решетки деньки городить, и колья там, и этот бак, и эта будка, где живут скотники потом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть тракторов. Туда уйдет и Толик сейчас загрузит. А кто, а кто ты? Все, Рома, все, все, все. Рома! Роман туда уйдет. Давай, давай. Давай, Рома. Самый лучший Рома во всей Журавке, между прочим. Так ты фермер, Рома, да? Ну, наверное, командир. Уже был в газете, да? Да. Ну, вот, видите. Какой себе позиция. Смотри, вот этот россиянин чистый, ну. Или нет? А кто ты? Кем ты работаешь? Дуэром. Дуэром? Ничего себе. Так, Рома. Головку можно чуть повыше и немножко присядь. Вот, отлично. Снято.